На Соборную площадь сейчас съедутся Деды Морозы из разных временных эпох и десятилетий. Сегодня здесь зажжется главная елка города, и что наверняка ждут все белгородцы, состоится дискотека с участием кавер-групп. С появлением стольких Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей теперь можно с уверенностью сказать, Новый год зашел на порог каждому жителю города. Горожане с удовольствием пришли на праздник. В этот раз организаторы решили провести шоу-программу «Седая борода», где нашлось место Дедам Морозам из прошлого и настоящего. Что только добавило отличного настроения не только белгородцам, которых поздравил мэр города Юрий Голдун, но и гостям. Новогоднее настроение ощущается. Чего не хватает? Снега? Снега. Только снега. Будет? Обязательно. А вам снега тоже не хватает? Да, да, тоже снег. Я хочу снег тоже. Несмотря на дождь, все равно настроение есть. Что Дедушке Морозу заказали? Что мы заказали Дедушке Морозу? Счастья и любви в этом году. На празднике главные персонажи Нового года подготовили свои визитные карточки. Отдыхающие окунулись и в 50-е годы прошлого века, и в 90-е, и в 2000-е. И даже представили, каким был праздник во времена Петра I. На площадь пришел народный Дед Мороз, которому, как он сам говорит, 300 лет. А что ж елочка у нас не горит? Ну, подождите еще немножко, я думаю, дождемся. Это вопрос времени. А я за 300 лет умею ждать. Но ждать долго не пришлось. Как только все Деды Морозы включили свое волшебство, зеленая красавица залилась яркими огнями. 3, 2, 1! Сотни мероприятий, тысячи артистов. Все ближайшие дни в центре города и микрорайонах будут проходить праздничные гуляния, концерты. Остается надеяться, что хотя бы в новогоднюю ночь погода порадует белгородцев настоящей снежной зимой. Виктор Апальков, Андрей Андрийко. К этому часу. Белгород.